Друзья, с вами Ух ты кухня. У меня сегодня самое, что ни на есть, настоящие вареники с вишней. Ну что, начнем? В миску разбиваю одно небольшое яйцо. Вот такое вот. Добавляю столовую ложку сахара. Я буду делать на пол порции. И если вам нужно больше, увеличивайте ингредиенты в два раза. Немножко соли. Сюда же немного ванильного сахара. Хорошо взбалтываю с помощью вилки. И вливаю 250 мл теплого кефира. У меня кислое молоко. Снова немножко перемешиваю и начинаю вводить муку. Мука просеяна, конечно же, хозяюшки. Для начала 3 столовые ложки. Перемешиваю. Ой, какое желтенькое, красивое. Яйца-то домашние. И когда мука вмешалась, только сейчас добавляю соду. Будет примерно пол чайной ложечки. Хорошо размешиваю. Ух, пошла реакция. Да, пошла реакция, можно смело добавлять муку. Понадобится примерно граммов 350-400. Ох, сейчас, Сережка, порадую тебя настоящими варениками. Мне и с макаронами тоже понравилось. Да, да, друзья, если не пробовали ленивые вареники с макаронами, ссылочку я оставлю в описании, присмотритесь. Ой, когда нет времени, идеальный рецепт. Да даже есть время, мне понравилось. Да, нам прям зашло-зашло. Еще в комментариях подсказали, что нужно делать со сметаной. Вообще песня. Так, ну когда тесто уже неудобно мешать вилкой, стол присыпаю мукой. Сейчас мое самое любимое. И замешиваю мягкое, эластичное тесто. По необходимости можно добавлять муку. Ой, вообще класс. Как пушочек. Водичка у меня уже греется. Я буду делать это в мультиварке. Можно, конечно же, в кастрюле. На пару. Да, на пару. Ой, какое тесто хорошее получилось. Ой, класс. Вот такое тесто, хозяюшки, получается мягенькое, эластичное. Не липнет ни к рукам, ни к столу. Все, достаточно его месить. Немножко стол присыплю. Накрою чистым полотенцем и дам отдохнуть буквально 5-7 минут, пока вода у меня закипит. Тесто отдохнуло, можно приниматься за вареники. Ой, какое классное тесто, мягусенькое прям вообще. Беру часть теста, остальное под полотенце, пусть себе отдыхает. А я буду варить или вытворять. Я думаю, 4 вареника у меня здесь будет хороших таких, которые в рот влезут. Немножко их окунаю, а вот так вот. Беру одну лепешечку и раскатываю. По необходимости можно присыпать мукой стол, потому что тесто получилось у меня прям такое нежное-нежное, живое. Вареники получится прям ням-ням-ням. На лепешку сахар. Тут уже по желанию. Вишни без косточек, побольше. Ух, какие шустрые, видел? И скрепляем. Хорошо, хорошо, шовчики. Вот такой второй красавец у меня. Ну, я продолжаю, друзья. Беру чудо-приспособление и смазываю растительным маслом. Вот так вот. Хорошенечко смазала. Водичка у меня здесь, посмотрите, кипит. Устанавливаю и сверху выкладываю вареники. Я буду по 4 штучки. Хочу, чтобы они так свободно-свободно здесь себя чувствовали. С Богом! Накрываем 5-6 минут. У меня как раз и таймер стоит. Поехали. Поехали. О, ух ты! Посмотрите, какие красавчики у меня получились. Видно? Выкладываю на тарелку их. Опа, класс. Прям такие, ух, нежные-нежные, пушистые-пушистые. Ой, а как... Да, в этот раз, конечно, у тебя козырные получились. Угу. И сейчас покажу. Пока они горячие, беру мед. У меня гречаный. И вот так вот. Немножко смазываю. Можно посыпать сахаром. Но я хочу медом. Ну, мне побольше можно залить. Я тебе залью, Сережка. Класс! Супер. Ой, ставьте лайки, друзья, за такие вкусные, красивые вареники. А я продолжаю. И эти пошли. Опа. Поехали, варенички, поехали. Угу. Все, 6 минут. А я это съем.
Давай, ты, кстати, попробуй тут холодный. Да, и мне дай один. И тебе. И я хочу, давай, давай. Они уже остыли, они такие вкусные. Ой, сейчас покажу, что в серединке над тарелкой. Берем вот так вот, посмотрите. Вау, посмотрите, какие они сочные. Посмотрите. Я вторую половинку сразу вот. У тебя шикарный вареник попался. А еще медом помазать? А вот так, смотри, вот сюда, видишь? И там уже готово. Нет, еще не готово. Благодарю тебя, солнышко, за такую красоту. Да, мы сейчас это все, друзья, съедим. Вообще класс. Всем мирного неба и свободной, счастливой жизни. А у тебя по бороде течет. Так так и должно, это же вареники. Да. Течет, Сережка. Благодарю тебя. У меня аж брызгает. Вкусно! Угу. Очень. Давай еще немного. Очень вкусно.